Мне вас не жаль. Наверное, просто хотелось спросить. Вам бывает когда-нибудь скверно и нет больше сил себе носить, как зверь в одинокой клетке до безумия рад посетителю, который протянет сирене ветку втайне от своих родителей? Вы чисты. От вас пахнет свежестью, горным воздухом после дождя. Так почему же от моей нежности вы уходите, взгляд уводя? Нет, конечно, вы поняли, зачем я к вам приходил. Просто я, как всегда, не вовремя. То ли буду еще, то ли был.